Всем привет! Несколько дней назад нам добавили акцию. В принципе, акций было много, да, я могу вот показать. Но среди этих всех акций, да, добавили одну реально мега халявную акцию. Мы ее, в принципе, можем прозевать, если так, ну, не присматриваясь, не обращать на нее внимания, то можно и не заметить. Суть в чем? Вот этот Venus Staff Change, да, вот этот став, продается в магазине и продается по 60 магических камней. Соответственно, вот этот вот Fashion Stranger Stone, то есть камень улучшения наряда, он продается по 500 донатных камней. То есть, соответственно, мы можем взять этих камней, да, всего лишь по 60 магических камней. Я сейчас покажу остальные акции и сразу же куплю камни и попробую улучшить максимально наряд, насколько смогу. Я куплю 60 штук, соответственно. Я это показываю всю акцию для тех, кто хочет посмотреть, мало ли, в принципе, интересно, может, кому-то. Так, это уже там не интересно. Так, вот, став 1, мы идем покупаем эти стафы. Вот. Мы берем максимум, берем 50 штук. 50. Все, ничего не жалко для подписчиков. Так, берем 50 штук. И идем улучшать. А, да, это что я хотел показать, то что он стоит, вот, стоит 500 донатных камней на самом деле. А мы их всего лишь по 60. То есть мы купили 50 штук за 3000. Это очень дешево. Теперь пробуем. Ладно, это мы добавим быстренько. Она ничего не дает. А теперь улучшаем вот камни, 50 штук. Так, и посмотрим, насколько мы сможем. Так, не напоминать. Да, шансы падают постоянно и с каждым уровнем. Посмотрим, насколько мы сможем улучшить за 50 камней. Пока идем без промахов. Будем считать промахи, да? Пока все отлично. 2% снижение шанса. Если будет неудача, то шанс повысится на, там, на какой-то процент. Пока до 13 без промахов. 14. Оли, уже там 15, 16 без промахов. Может, повезет. Так, первый промах, да? Вот после промаха шансы плюс 5% сразу прыгают. Итак, посмотрим, чего нам удастся достичь. Еще 27, мы даже половину не использовали. Так, вот видите, опять фейл. До 25 всего за 3 фейла дошли. Ну, дальше, конечно, фейлов-то будет побольше. Ну, в принципе, я думаю, что... Ну, 35 точно будет. О, фейлы пошли-то. Я сильно уже губу раскатал. Ну, 16 камней, я думаю, что будут. 30 пока что. 31. 32. 33. Смотрите, 36 шанс. 36% шанс. То есть сейчас уже по 1% уменьшается. 34%. Давайте до 40 было бы вообще шикарно. О, вырастаем в шансах. Давайте, нам нужно 40. 4 камня осталось. Нет, 40 не будет. 38. 2 камня. Давайте. 39. Так, будет 40 или не будет? Короче, должно быть 40. Есть, сороковник. То есть всего лишь 10 фейлов было. За 3000 мы подняли 40 уровней шмотки. Вот, 40 уровней. Это реально мега круто, потому что ее нужно улучшать обычными шмотками, которые покупаются в акцию. А их покупать реально очень дорого. Либо же это за донатные камни. Вот, покупать камни улучшения наряда по 500 камней дополнительно. В принципе, я считаю, что это реально очень круто, очень дешево, очень халявно, скажем так. И всем советую, у кого есть возможность лишние камни, то купите и прокачайте себе шмотку, не пожалеете. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.